Итак, мы с вами продолжаем выживать в Ark Survival, естественно, с модификацией Агариборн. Кстати, стоп. А ты там нас скинул приручение, да, до нуля? Да, ты скинул приручение. Так вот, как помните, в прошлом выпуске мы себе получили как раз серебряные киблы. А вот этого красавца, красавицу, самочка, анкилозавр. А теперь я даже... Во, могу покормить, стоп. Мне просто интересно. Мне казалось, что она заглючила. Есть! Мне казалось, что она заглючила, и нельзя было его как раз приручать. Но вот как видите, когда ей дилофозаврик сбила приручение, прошло какое-то время, я думаю, минут 20-25 прошло с того момента. Вот, соответственно, теперь ее можно было приручить, покормить, и она приручилась с одного корма, именно серебряного. Давайте отведем домой, у нас с вами появляется таким образом в самом начале выпуска альфа-анкилозавр. Естественно, нужно будет сделать седло и потом собирать уже на нем железо, что там еще. Можно будет, естественно, собирать в большом количестве кремени, чтобы делать селитру. Так, пока что мы тебя ставим сюда, но помимо этого, вы уже можете заметить, наверху мне написано «Ядовитый птернодон». Тут совсем недалеко, вот там вот, 800 метров. Есть два птерчика, я просто посмотрел по поисковику. Соответственно, я предлагаю попытаться туда сгонять и тоже их приручить. Может быть, мы все-таки слетаем, не поедем туда на трицератопсе. Вдруг там сейчас какой-нибудь гигантозавр или еще что-то типа того. Трайк, он, естественно, довольно-таки сильный, но у гигантозавра, сами понимаете, есть такая фишка, как кровотечение. И нас убьет даже не его укус, а именно оно, потому что... Ну, у меня сейчас ни одной хилки нету, и мне просто нечем будет отлечивать. Я боюсь, что я просто не смогу убежать. Так что полетели сейчас на птере. Опять же, надеюсь, что сработает, что мы сможем с вами с одного гибла приручить. Если не сможем 275 уровня, будем искать ниже уровнем, чтобы хоть что-то приручить можно было. Стоп, ты кто такой красивый? У меня обычно на пятой, вот здесь на пятерочке, стоит подзорка. Я все время туда жму. Снежный сабертус. Ладно, не будем пока что. Это довольно-таки чревато. Так вот, нам всего лишь что нужно сейчас действительно приручить какое-нибудь ядовитое существо, чтобы при помощи него можно было... Опа, еще один 280 и пошел на посадку. Этот летает. Там просто еще аргентавис. Причем необычный, снежный аргентавис, понятно. Нам просто нужно вот хоть какой-нибудь, любой. И тогда уже будет гораздо проще всех остальных приручать. Зараза, что ж вы крутитесь вокруг него? Давай, приземлись. Просто приземлись. Потому что здесь птерчик, он тоже, если не ошибаюсь, летает. Да, вон он. Правда, он летает очень близко к земле. И, может быть, мне даже повезет, я смогу его приручить. Нет? Глимим. Нет, не смогу так. Так, стоп. Что за история? Все нормально? Мне кажется, ли он застрял? Да, он застрял. Шикарно. Давай! Есть! Есть! Стоять! Мы его с вами приручаем, приручаем буквально с одного корма, и у нас появляется таким образом ядовитый птер. Я надеюсь, что можно одеть простое седло на птернодона, что не нужно никакого особенного. Тихо, спокуха. Да, отлично, все. У нас появляется птерчик, при помощи которого можно усыплять других существ. Полетели за мной. Он прям изначально очень быстрый. 135 скорость передвижения, но мне кажется, он быстрее, чем этот. Ну-ка. Да не, нормально, тот в принципе летит с той же скоростью. И вот теперь при помощи него желательно, на самом деле, приручить сразу второго птера, просто про запас, потому что здоровья там не так много, и их потерять прям очень просто. И поэтому нужно, чтобы было второе ядовитое существо, чтобы чувствовать себя, ну так, немножечко спокойно, не переживать, не дергаться из-за того, что ты этого потеряешь. Так, это мы с вами сделали. Я тут чуть-чуть за кадром пособирал древесину и хотел... Вообще-то я хотел сделать первый этаж каменным. То есть просто для красоты поставить на первом этаже... Секундочку, я, кстати, не поставил сюда А+, модификацию Accessorize Plus, которая добавляет рюкзаки и таким образом позволяет больше носимый вес таскать. Так вот, ничего я забыл поставить, поставлю потом. На первый этаж я хотел выстроить из камня, а дальше из древесины попытаться, просто чтобы было покрасивее. Прямо сейчас давайте выучим на анкило седло. Анкилозавр, я по-русски? Да, нет, нормально пишу, все хорошо. Нам нужно 350 древней кожи и 100 стальных слитков. Нам нужен древесный уголь, обсидиан, слитки металла. То есть, полюбас... Ну, мы не можем сейчас на него седло сделать. Значит, нам нужен обычный анкилозавр. Собрать как можно больше обсидиана. Обсидиан, он есть. Обсидиан есть немножко на том берегу, немножко где-то здесь валялось. В горах, вот там вот на пиках обсидиан вроде водился. Так что с этим, в принципе, больших проблем нету. Помимо обсидиана, нам нужно большое количество, естественно, древесины, древесного угля. Это мы с вами сейчас сразу поставим здесь обжигаться. И давайте слетаем, немножко железо махнем, чтобы просто было и хоть что-то уже переплавлялось. А то он, получается, просто так там небо коптит. Ты какой? Альфа-птерчик 275. Усыпим? Давайте усыпим, чего бы нет. Так, кстати, заодно посмотрим, сколько нужно ударов, чтобы усыпить.
У него сейчас 40 с чем-то там тысяч оглашений, плохо видно. Теперь, он, естественно, агрится. Это не страшно. Черт. Еще попади по тебе теперь. 211. За раз. Так, а там, естественно, набирается не моментально, так что нормально все, в принципе. Третий удар. Бьет он больно, сволочь. Но он там так или иначе пригодится, потому что у него хороший носимый вес. У него хорошие показатели в том плане, что у него хороший урон. Скорость. Я сбился со счета, шестой удар или седьмой. 1100 урон. Хорошо, это просто с укуса. Хорошо, хоть кровотечение никаких не накладывает. Кстати, а как так? Почему сейчас 745, а до этого 1100? Он бочку делал? 35 тысяч из 43, почти. Нет, ударов нужно реально много. Он сейчас уже улетает из-за того, что оглушение набралось. Это на самом деле беда, потому что, как видите, мне прям очень сложно его догонять. Мне нужно немножко качнуться еще. Так, забили. У нас с вами 18 уровней. Я предлагаю вкачать 200% скорости передвижения, потому что он прям очень быстро от нас улетает. И мы ничего с этим сделать не можем. Плюс, теперь нам его нужно найти, куда он там делся, эта зараза. Давайте ищем альфа... Альфа-птер, вот. Где-то поблизости должен быть, вот он. Давно нужно было поставить на него точку, потому что, когда он начинает крутиться, абсолютно непонятно, где он. Ну-ка. Вон, 300 метров. Фишка в том, что нам нельзя усыпить его над водой, потому что иначе он упадет в воду, и нам будет очень сложно с ним что-то сделать. А нет, вообще-то оглушение довольно-таки быстро спадает. Да, и, естественно, нужно прокачать урон в ближнем бою, чтобы больше оглушений накидывать. Вот он. Полетели сюда. Куда-нибудь вот сюда. Давай за мной, друг мой. Хорошо. Да, нифига не прокачалось у нас. А, зараза, нужно еще быстрее летать. Засыпай. Нужно засыпать. Засыпай, камон, да что такое-то, засыпай. Как это так вообще возможно? Почему он не засыпает? Есть, хорошо, отлично. Отлично, отлично, отлично. Я надеюсь, что мы сейчас сможем что-то сделать, подняться к ним туда. А, ну хоть как-нибудь. Я вижу гигантозавра снизу, меня это беспокоит. Это меня не просто беспокоит, я боюсь слезать с птера. Потому что если я сейчас полечу вниз... Да стой! Стой, 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 стой. Тихо. Подожди. Во, отлично. Так, кибл. Ну хотя бы так. У нас с тобой есть хоть что-нибудь, чтобы заставить... Подожди. Я знаю такие моменты. Только отвлечешься и все, и трындец. Так вот, нам нужны наркобер или хоть что-то. Естественно, нужно сделать вот эту фигню. Ну? Нет, не судьба, подожди. У тебя что-нибудь, ни черта нету. Полетели мухой. Что-то я, честно говоря, совершенно забыл про то, что голод-то мы ему не сбиваем, только усыпляем и все. И сейчас есть очень нехороший шанс, что он проснется к тому моменту, когда мы с вами вернемся. Так, нам с вами понадобится стимберри, наркобери. Наркобери, стимберри. Делаем с вами, не делаем, почему? Наркобери не приложилось, есть, делаем. Делаем и полетели обратно. Судя по уровням как раз вот этих всех существ, у меня такое ощущение, что максимальный уровень где-то 300-й. Потому что я не помню, чтобы я видел хоть одно 300-е существо здесь. 275-й, это максимально, что я здесь вижу. Окей. Приземляйся. У нас сейчас нету времени. Чему он постоянно ползает? Нету времени валять дурака. Есть, прожимаем. Еда пошла в нуля. Хорошо, отлично, у нас с вами есть птеранодон. Мы приручили таким образом альфача. Только, конечно, есть такой нюанс, что пока что не можем летать, потому что нам нужно седло. Может быть, мы сейчас сделаем седло, посмотрим. И уже на нем отправимся фармить древнюю вот эту кожу. Потому что кожи, я так чувствую, нам понадобится просто бешеное количество. Все, окей, летим домой. Стоять. Дальше учим седло. По идее, мы с вами должны сделать на него седло, потому что у нас есть и хитин, и, естественно, кожа есть. Да, нам всего хватит. Все отлично, у нас с вами все было собрано в прошлом выпуске. И хитин, и кожа, то есть осталось просто сделать седло. Я не знаю, делается здесь? Нет, не здесь, скорее всего, в кармане. 99, это добро. Теперь давайте вобьем просто птер.
вот таким образом. Не хватает волокна. Да ладно. Это на самом деле возможно, потому что волокно я почти не собирал. Ну вот есть волокно, мы должны с вами сделать тогда серп. Как он там? Металлический. Вот, металлический серп с маленькой буквы пишется. Все, я понял. И у нас нету железа. Железо я не положил переплавляться. Ладно, подождем пока что без серпа. Но самое главное, что у нас с вами есть возможность все-таки сделать седло. Делаем. Все лишнее долой. И можно отправляться. Кстати, я предлагаю, знаете, как сделать, чтобы не потерять ненароком, оставить половину здесь. И предлагаю отправляться тестировать его. И тут рядышком, совсем недалеко, я увидел тех-паразавра. Вот тут вот. Ну-ка. Тут даже дело не в том, что я... Подожди, ты кто? Шок. 30 тысяч. Блин. Мне не очень это нравится на самом деле. А сколько оглушения? 55 тысяч оглушения. Так вот, это было не просто как бы... это босс. Еще появилось сообщение о том, что тег-паразавр появился. И у него 11 миллионов 500 тысяч здоровья или что-то типа того, да. Короче, очень много, это, честно говоря, беда. Шоковый грифон, он, по идее, может усыплять, поэтому нужно быть очень аккуратным. Так, что у тебя происходит? У тебя 1500 на 7 веса. Очень неплохой урон, мне нужно, естественно, тебя немножко качнуть. С водой нужно быть аккуратным. 2200 урон, да? Так, хорошо. Это на самом деле радует. Минус Карбонемис. Ну что, попытаемся его отсюда счистить. Мы, естественно, с вами сейчас попытаемся это провернуть вот так вот. Бочкой. Промазал, да? Промазал. Не страшно. Хорошо. 12. Я понимаю, что можно было попытаться приручить, но это очень опасное соседство. Я боюсь, что он переключится на моих. Я тем более не знаю, что он еще делает, кроме того, что накидывает шок. Вообще, нужен ли он нам? Потом приручим. Это вообще не проблема. Самое главное, чтобы не напал на моих существ. А там, глядишь, еще заодно проверим. Может, у него что-то выпадет хорошее. Нормуль. Почти. Там 30 тысяч здоровья всего-навсего. Мне кажется, еще 1-2 удара. Давай, бей. Есть, хорошо. Нет, это мое, это все мое, иди в задницу. Нет, с него ничего не выпало, даже кожа и мясо, в принципе, ну все абсолютно обычно было. Зато мы с вами прокачали нашего как раз птера, давайте качнем где-то 100 тысяч здоровья. Естественно, прокачаем немножко скорость передвижения и дальше качаем урон в ближнем бою. Выносливость нам не нужна. Все, у нас с вами таким образом получается довольно-таки неплохая птичка, на которой можно очень хорошо фармить сейчас. И, естественно, кератин, хитин, плюс... Я как раз в прошлом выпуске озвучил, ну, почему я, например, обратил внимание на этого паразавра, потому что мне нужно откуда-то добыть электронику, и электронику можно либо скрафтить, либо сбить с тегов. А обычных тегов я подозреваю, что здесь, кстати, нет совершенно. Давай немножко качнем еще. 3000. Стоп. Я вижу шкалу какую-то. Или где эта шкала? А, вон снизу. Что это такое? Prime Alpha Pteranodon. 176 тысяч, да? Да, 176 тысяч здоровья. Так вот, нам просто нужна электроника, чтобы сделать телепорт, и можно было домой телепортиться. Ну, и там, не знаю, призывать существ, откидывать домой их, чтобы, ну, все как всегда мы с вами делаем. И для этого можно слетать, я думаю, к бобрам, просто немножко там формануть. Только вначале немножко подкачаемся все-таки. Можно было бы и бобра себе приручить. Потому что бегать вручную, собирать древесину, ну совсем желания нету. На трайке и на паразавре собираешь в основном солому. Значит, да, нам нужен по-любому кастородис. А, это апатозавры, это не бронтозавры, хорошо. Зато у нас с вами появляется большое количество первосортки. Нужно будет ее, наверное, все-таки пожарить и превратить в вяленую первосортку. Потому что вроде как здесь это необходимо. Ну что, бобры? Я не знаю, что мы сейчас будем с вами делать, потому что бобры здесь есть разные. Бобры есть ядовитые, вон там он зеленый, видите? Нет, это птенчик зеленый летает, диморфодон. Но бобры должны быть разные. Вот снежный бобер, обычные. Просто фишка в том, что если я сейчас начну воровать из складок, сами понимаете, что произойдет. Они всей гурьбой бросятся меня атаковать. Не самое лучшее развитие событий.
Но с другой стороны, да плевать. Так, а почему ты все время куда-то ходишь? Я тебя прошу, пассивка. Что тебе не нравится? Почему она все время двигается куда-то? Так, ладно, давайте, забираем все. Двигаться могу? Да, могу. Че там, 18 жемчуга. Ой, это на самом деле не дело совершенно. Я, кстати, только что нашел ядовитого бобра. Вон он. Сноу. Нет, они все ледяные, он просто почему-то зеленый. Я думал, что он поясан будет. Так вот, мы с вами, да, получили большое количество цементной пасты, а вот жемчуга кот наплакал. Значит, единственный вариант с жемчугом — это идти приручать себе какое-нибудь плавающее существо, то есть, ну, не знаю, того же мегалодона, но лучше, естественно, ихтиозавра. И тут, в принципе, прямо там, где мы с вами живем, жемчуг можно собрать в большом количестве. Единственное, может быть, создать себе все-таки кислородный баллон. Ну-ка посмотрим, у нас уровень, наш уровень 98, то есть как раз 500 здоровья, давай пускай будет. Мы с вами на 80 уровне спокойно выучиваем сейчас вот здесь вот маска для плавания. Дальше, кислородный баллон. Разве на 85 это было? Или это улучшенные? Это улучшенные. Ладно, хорошо, я понял, улучшенные штаны для плавания. То есть обычные как раз вот здесь на 80, вот они. Полимер, естественно, можно использовать органический. А органический полимер мы с вами, скорее всего, где-нибудь здесь сейчас выцепим. Здесь же всегда есть большое количество мантисов. Блин, не, да, сейчас, естественно, титанобо можно попытаться собрать себе немножечко крови. Глядишь, может быть, все-таки те стрелы хорошие. Я бы их протестировал, как минимум. И это я специально просто хотел какого-нибудь хищника забить, чтобы еще немножко качнуть урон в ближнем бою. Ты кто такой красивый? Альфа, прайм альфа. Альфа ужасная птица, 3600. Забьем? На кожу. Все равно нету кожи, хорошо, договорились. Такое ощущение, что... Вау. Игра мне говорит, иди и забивай. Космический альфа-кит. Это весело. 12900. Как думаете, справимся? Я думаю, справимся. Но мы с вами добывали кожу с додошек. Прайм альфа додошек. Еще раз. И собери с него все. Есть амбра. Он очень громкий. Но он очень слабый. Индоминус. 728 тысяч здоровья. По оглушению. Ладно, непонятно, сколько у этого. 2 миллиона 500. Да, при помощи птерчика нету смысла на него нападать. Так, Кецель. Та же самая история. Это мини-босс, у которого большое количество здоровья. Да уж. Я пока что не знаю, что с ними делать. А, вон титанобо. Хорошо. Ладно, со временем разберемся. Яд, 2 штуки. 4 штуки. Это нам нужно хотя бы для того, чтобы просто протестировать, насколько это будет, ну, вообще, так скажем, нам полезно. А еще здесь большое количество обсидиана, как видите. Так что сюда нужно будет по-любому поставить. Да, обсидиана здесь хватает. По-любому нужно поставить телепорт и потом сюда вернуться, чтобы его фармить. Но прямо сейчас мне нужно немножко полимера. Есть, хорошо. Этого пока что хватит. Этого нам на самом деле с глаза. Ну, давайте еще яда соберем. Еще 2. Естественно, титанобо нам ничего сделать не может. Я хотел телепортнуться домой, но как я телепортнусь, если у меня телепорта нифига нету. Все, ладно, полетели просто так. Нам этого добра, по идее, должно хватать. И хватать на довольно-таки продолжительное количество времени. Птерчик себя на самом деле оправдал, и не зря я столько мучился, гонялся за ним и пытался усыпить. Так что при помощи него реально очень классно можно фармить. Так, летим домой, проверяем стрелы и делаем станок. Плюс станок мы не делаем, мне нужны хотя бы чуть-чуть нефти. Хотя бы чуть-чуть нефти. Мы где мы с вами можем добыть нефти? Ты ядовитый? Да, ты ядовитый. Прикольно. А ты шоковый. Блин, классный. 215-295. Давай, вот этот мне нравится. Ну ты посмотри, какой он классный. Я первый раз за долгое время вижу такие классные молнии, чтобы они вот так вот распространялись. Это очень красиво, молодец разработчик. Ну а тут я-то с ним все понятно. Так вот, я могу их приручить, скорее всего, пассивно. Но чтобы домой их отправить, нужно желательно телепортировать, чтобы не мучиться и не таскать их через всю карту. Возвращаемся к истории с ихтиозаврами. А может быть, у нас есть какие-нибудь альфа-ихтиозавры? Прикольно, подожди, альфа-ихтиозавры, чтобы можно было сразу что-то серьезное приручить. Чё сейчас? Там просто изначально было написано, а до что-то там. Ну, то есть, это был модифицированный ящик.
Это было изначально понятно. Господи. Вообще трындец, вы что, издеваетесь? Ты посмотри, какая жуть. Ну, сколько всего классного. Вау. Так, это у нас с вами на жабу легендарная на 84, на анкилозавра. Но это обычный анкилозавр, обычная жаба, то есть, естественно, это не улучшенные. Вот у нас с вами на капразуха красная на 217 брони. И это прям очень круто. Двунклиостея. Шлем на 400 брони. Кстати, шлем вот этот мне всегда нравился, как смотрится. Он с какого-то фильма прям вот точно такой же шлем там был. Просто шикарнейший. 248, 330, это все можно будет оставить. Перчаточки, штаны. Штаны странные, у штанов тут сзади такая пластина. Ну ладно, хорошо. А вот нагрудник у нас с вами нету. Дробовик, который нам абсолютно точно не нужен. Вот это можно будет скрафтить, это нам будет... Да не, оно нам не нужно, мы с вами вот это сделаем. Тут 2000 слитков. Хотел сказать, не так дорого, да дороговато, честно говоря. Давайте пока что это возьмем. Двигаться по-прежнему могу, собака. Давайте, закидываем, полетели домой. Слушайте, нужно проверять лучи, потому что я... Это не первый луч, который я вижу. Я видел красные лучи, я просто к ним не подходил. С чего ты вдруг вот это вот делаешь? Какого черта ты вообще отходишь оттуда, где я тебя поставил? Тебя поставили вот здесь и стой, тварь такая. Предположим, я тебя оставлю здесь. Да, вот он идет немножко... Во, все, хорошо. Ты смотри, не сгори здесь, потому что там жарко. Давайте забираем, сейчас все перекидываем куда-нибудь сюда, потому что как минимум все это можно будет разломать. И это вещи полезные. Вот это нужно выкинуть, чертова матери, это вообще не нужно. Ну окей, в принципе, нам совершенно не обязательно приручать ихтиозавров, мы можем приручить и мегалодона, все что угодно. Но самое главное, нам с вами нужно хотя бы чуть-чуть нефти формануть. И нефть мы, по идее, можем найти прямо здесь. Ты же можешь плавать под водой? Да, ты под водой плаваешь. Он у нас не задохнется, потому что это альфач, все будет хорошо. Нефть вот там вот, я просто хочу, естественно, на нем подплыть для того, чтобы подзачистить немножко территорию. А сам он всплывет наверх. Давай в разлом. Да ладно, плевать. Ты давай... А что сейчас? Меня кто-то ударил, что ли? Я, честно говоря, не очень этого понял, почему мне это сломалось. Ну ладно, плевать. Прикольно. Вы тоже видите, что я вижу? Класс. А, меня ударили, понятно. Манты. Давай нейтрал. Задыхаемся. Тихо. Гаси, гадов, гаси. Все хорошо. Набежали-то, а? Набежали, сволочи, ты посмотри на них. Чуть-чуть буквально их цепанул, и все, началось. Я видел на самом деле жемчуг, и именно потому, что они все на меня напали, я прямо сейчас не хочу его трогать. Блин. Нам жемчуга нужно не так много. Ну. Ой, ихтиозавр. Братан, давай ко мне. Плевать на все остальное. 225-й. Все отлично, все. Просто шикарно. Давай, просто плывем за нами. Главное, чтобы ихтиозаврик все время оставался на, так скажем, под водой. Не вылезал на поверхность, иначе он просто задохнется. Все в порядке, да? Ну, как бы ихтиозаврик нам нужен из-за того, что он просто-напросто очень быстрый. На нем можно очень легко перемещаться, очень хорошо маневрировать. Все, стой там. Я сейчас приду. И теперь нам с вами нужно сделать постройки станок, ремесло станок. Селитра, нефть, кристаллы. Это все у нас с вами имеется. Селитра. Селитру я заказал. Селитра есть вот здесь вот. Нет, не здесь, значит по соседству. Вот, хорошо. И, естественно, цементная паста. Делаем с вами станок. Теперь по поводу нефти. Закидываем немножко нефти сюда, немножко кожи. Нам нужно, естественно, бензин. Делаем это. И здесь хитин, кератин. И, безусловно, делаем с вами... В принципе... Да ладно, нормально, да. Сделаем нагрудник и сделаем ласты. Ну вот, все, совершенно другое дело. Ихтиозаврик, держи себе твое седлышко. Мы с вами только что обнаружили большие залежи. Прямо вот здесь вот в разломе. Во-первых, соберем. Я надеюсь, никто не нападет. Давайте соберем еще нефти. Пригодится по-любому. Самое главное, чтобы без этих, без мегалодонов, альфачей. Что просто не смоемся. Есть, отлично, этого пока что хватит. А вот по поводу жемчуга. Где этот чудо-разлом был? Вот здесь вот, да?
Нет, не совсем, чуть дальше. Вот он. Я даже не знал, что он здесь есть. Что здесь такая красота присутствует, ты посмотри. Но правда здесь раз и все, да? Но правда по 38. Стопэ. Да не может быть, что все. 40. 78, хорошо. Ну да, все, ладно, здесь маленький разломчик. Но хотя бы так, договорились. Давай выплывать, потому что там еще дофига мест, где есть, естественно, жемчуг. Самые большие запасы здесь и самое простое, так скажем, место находится прямо вот здесь вот. Вот здесь у нас с вами мозазавры обычно спаунится. Вон, кстати, один. Да, походу здесь. Вон я вижу. Все правильно. Ладно, никого нету. Прям мухой все делаем. Внимательно и быстро. Опа, я же сказал внимательно и быстро. Собака, а? Не-не-не, с ними встречаться не стоит. Это чревато. Мы просто не вытащим. Ихтиозавра терять совершенно не хочется. Тем более мне не нужно так много жемчуга. Мне нужно, ну, порядка где-то 300, наверное, может быть чуть больше, 350. Что-то типа того. Ихтиозавр реально очень быстрый, очень маневренный, что позволяет нам, не сражаясь ни с кем. Блин, зараза. Пассивка. За мной? Есть! Фух. Не сражаясь ни с кем, сделать вот это. Они его даже не тронули. Они его даже не тронули, ты прикинь? Окей, нам супер повезло. Почти потерял. Только мне пробили кислородный баллон. Ладно, не сдохнем, все хорошо. Держись. 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 Есть. Живем, все, поплыли отсюда. Да уж, это было чревато. Чуть было не сдох. Вот бы сейчас тут сдохнуть, а? Вот это было бы сейчас весело. Особенно с учетом того, что у меня нету ни телепортов, ни постели. Да, я забыл-то постели опять поставить. Ладно, поехали, сейчас мы там поставим его где-нибудь в более-менее безопасном месте. Сколько мы собрали с тобой? 228. Ладно, сейчас хотя бы что-то замутим из этого. Нам нужно в общей сложности 100 электроники, потому что, смотрите, здесь 50, здесь 50 на пульт управления, и, естественно, по одной единице на каждый трекер. А у нас с вами 50 электроники делается из 150 жемчуга, то есть вот как бы на телепортер сам есть. И по идее это хорошая, ну как бы мысль, хорошее дело сейчас просто ее скрафтить сразу, потому что, а еще полимеры нужны, хорошо, полимеры и слитки металла 60 единиц. Это самая большая проблема, честно говоря, потому что слитки металла медленно плавятся. Можно сейчас просто сделать еще одну плавилочку. Мне не хватает немножко кожи. С кожей тоже никаких проблем. Так вот, сделать еще одну плавилку, чтобы ускорить процесс вдвое. И нам с вами, собственно говоря, телепортер нужен для того, чтобы можно было из любой точки мира забрать свой трупик. Даже если ты умираешь, сразу забираешь труп. И все у тебя замечательно. Давайте вот так вот сделаем. Вижу. Хорошо. Тихо, нет. Убери. Садимся. Ребят, не пугайте так, я вас принял за вот этих гадов. Я думал, что они уже так близко. Я, честно говоря, даже из-за этого не обратил внимания, сколько я собрал. Или собрал ли я там чего-нибудь. Вроде бы собрал. 37, хорошо. Тихо, отстаньте от меня. Еще, хорошо. Удачно. Еще 34. Я надеюсь, сейчас быстренько соберу и не помру здесь. Вижу, хорошо. Собирай. Еще 38. За мной вроде никто не следует. 109. Дома что-то типа того еще. Ну, тоже около соточки. А это значит, что нам уже этого хватает. Но все-таки давайте на всякий пожарный чуть-чуть еще 35. Не застреваем. Так, где мы с вами это находимся? Мне прям очень интересно. Все, я понял. Вот там наверху. Окей. Потому что все время возникают вот эти проблемы с поиском жемчуга, особенно с поиском их в безопасных местах. Что у нас по металлу? 24. Нам нужно, естественно, чтобы 50 было, даже чуть побольше. 48, хорошо. И в общей сложности 51. То есть делаем с вами опять, врубаем. Композиты. 29. Нет, естественно, делаем по максимуму.
Вообще, на самом деле, так смотрю, нам придется так или иначе все-таки обычного анкилозавра приручить, потому что, чтобы сделать 100 вот как раз стальных инготов, слитков, на седло, нам нужно как минимум 1000 обычных слитков, потому что один делается из 10. Это досадно. Ну, может быть, делается один к одному, то есть ты как бы можешь просто 10 заказать, это нужно проверять, естественно. У нас с вами сейчас таким образом получается 60 слитков металла, это хорошо, и мы можем наконец-то сделать телепортер, то есть хотя бы его. А, естественно, нужно еще... Сколько? Еще 60, да? Нет, еще 10. А, вот это на самом деле замечательно, потому что я испугался, что очень много понадобится. Еще 10 мы с вами сможем сделать само телепортирующее устройство, то есть пульт управления. Тебя поставим, наверное, где-нибудь... Я даже не знаю, какое самое хорошее место здесь, так, чтобы не застревать. Наверное, все-таки подальше отсюда, чтобы... Давайте вот там вот поставим. Да, наверное, где-нибудь вот здесь вот. Просто чтобы в общую кучу никогда не прыгать. И каждый раз, когда на ком-то прилетаешь, все время перемещаться туда. Соответственно, здесь у нас с вами теперь есть телепорт. Назовем его, наверное, давайте переименуем. Переименовать телепорт, называем его дом. И таким образом мы с вами сейчас закрыли все необходимые первоочередные потребности. То есть у нас с вами есть пульт, у нас все есть теперь. Мы можем спокойно телепортироваться домой. А это значит, что нам нужно просто найти анкилозавра, сделать на него седло. Кстати, да, седло. Для этого понадобится еще немножко железа. Здесь вовсю рексы гуляют. У нас... Оба. Подожди. Мне вот что интересно. Я смогу забить себя, а? 450 тысяч. Но он такой подраненный, да? Интересно, с кем он там сражался. Ну-ка. 7900. Еще 7900. Воу. Хорошо укусил. Молодец. Прям просто шикарно. Давай вот здесь приземлимся. Выносливости нифига нету. Да, нужно отъесться. Это было круто сейчас. То есть он 50% хп мне срубил с одного удара. Он там быстро лечится, нет? Я так понимаю, что он где-то под нами. Хм. 270 тысяч. 280. Ну, то есть мы, ну, где-то почти половину сбили. Ладно, не будем, не будем. Давайте сейчас это очень долго и муторно. Я просто запарюсь. Шоковый рекс. Ладно, та же самая история. Я там видел анкилозавров, просто я не хочу к ним подходить, сами понимаете. Уж очень чревато. Просто сейчас нас загрызут здесь и все. Ну, пожалуйста, будь тут, а. Так, это Бронта. Вроде никого агрессивного, опасного не вижу. Все хорошо. Давайте приручать. Есть, отлично. Дальше мы с вами кладем в тебя седло, кладем в тебя трекер, прожимаем. Да, кстати, стоять. И в тебя то же самое, на самом деле. Кладем сейчас быстренько трекер и прожимаем. Я хотел сказать, что я полетел искать металл, а потом подумал, а зачем мне куда-то лететь, если я могу сделать вот так вот. Мы с вами сначала телепортимся домой. Вот в этом самом месте у нас с вами этого металла жопой жуй. Ну, серьезно. Стоять. Хорош бродить. Анкилушка, лети ко мне. Сами понимаете, металла нам нужно много, то есть порядка где-то, я не знаю, 3000, что-то типа того. А 580 с одной залежи, ладно, серьезно что ли? Ты серьезно что ли? Это неплохо, я не повышал... А, ну да, количество добычи же, да. И на динозаврах тоже, все правильно. Вот я повышал, да, все тогда, все правильно, я повышал. Согласен, виновен, я повышал. Это именно я повышал, но мне на самом деле надоело вот это все ковыряние. Все последние выживания мы с вами играли с X1, и мне реально просто надоело с X1 играть. Я решил что-нибудь немножечко побыстрее, чтобы хотя бы ресурсы летели быстро. И вот на это не нужно было тратить время, потому что фарм закадровый, ну, вам от него ни тепло, ни холодно, потому что я его всегда вырезаю, а вот мне от этого геморроя хватает. Ну что у нас с вами в общей сложности? 4200, да? Давайте еще сейчас скорость передвижения, чтобы хотя бы немножко быстрее бегать. А, вот я еще вижу, как-то я так не собрал. Давай на разворот. Это дело я пропустил. Ну и по большому счету все просто, нам больше не нужно. Этого добра нам надолго хватит. То есть, я думаю, что стоит построить еще хотя бы одну или две плавилки, потому что очень долго будет плавиться. Но вот, совсем другое дело. Теперь мы с вами можем спокойно это дело переплавить. То есть, прямо сейчас, конечно, у нас не удастся собрать достаточное количество, то есть это нужно будет подождать довольно-таки долго. Но мне за кадром предстоит еще пофармить камень, естественно, пофармить древесину, немножечко начать строительством заниматься. Так что мне есть чем заниматься, пока что все это переплавляется. Тем более, давайте все-таки сделаем еще одну плавилку. Поставим прямо, как я это люблю обычно делать, то есть одну в другую. Это, во-первых, смотрится прикольно. Можно было немножко побольше выдвинуть. Во-вторых, это очень удобно, потому что тебе не нужно далеко бегать. Забираем это добро. Тихо, не забралось. Забираем металл.
и все перекидываем сюда. Таким образом, к следующему выпуску должно быть довольно-таки большое количество слитков. У нас с вами появится седло на альфа-анкилозавра. Естественно, есть теперь у нас с вами ядовитый птер и альфа-птер. И это на самом деле оказались безумно полезные существа, потому что... Ну, хотя бы, знаете, потому что мы с вами прокачаем ядовитого птера, прокачаем посерьезнее, он будет наносить побольше урона. И таким образом будем усыплять просто всех подряд. И приручить себе что-нибудь, ну, какого-нибудь хорошего грифона, например. Так что грифончики прям очень нужны. Вот смотри, у нее было 1400, да? Хотя нет, у нее побольше, у нее 9000. Мы нанесли 3 удара. Это хорошая проверка. И у нас 3 удара преобразовались в 7000. То есть где-то по 2300, так будем говорить. По 2350, что-то типа того. Он сейчас наносит оглушение с каждого удара. Это на самом деле не так много, но это все равно гораздо лучше, чем стрелы. Я, естественно, хотел протестировать последнюю деталь, а именно сделать себе вот такие вот улучшенные стрелы из обычных стрел, плюс наркотиков яда титанобо. Потому что порой все-таки не так удобно, или так скажем, а порой это очень опасно подлетать, например, гигантозавром при помощи ядовитого птерчика. Сами видели, какой урон он наносит, то есть 50 тысяч, что-то как-то мне не хочется. Может быть, там и не 50 тысяч урона было, может быть меньше, может быть часть урона это то, что я сражался и получил урон в обратку. Но все равно очень чревато, мы можем с вами просто там, с двух ударов, с двух укусов потерять птера, сами умереть. И придется все по новой фармить, все по новой приручать, а этого делать, естественно, не хочется. Давайте берем с вами вот это добро, делаем сейчас 8 вот таких стрел. Давайте попытаемся стрельнуть. Ах, мне нужно, чтобы ты задницей повернулся, или хотя бы вот так вот. Чтоб я попал точно не в гребень. Ёпарсоты. Дядь, давай вот так, хорошо. Есть. Спокуха. Смотрим. Насколько? На 3000. То есть, если заморочиться, в принципе, можно было бы... Ну, 10 стрел — 30 тысяч, 30 стрел — это 90 тысяч. Но, блин, 1,5 миллиона оглушения у гигантозавра настреливать стрелами, значит, это полный трындец. Нам нужен кто-то другой. Например, хороший, мощный... Грифон ядовитый, да? Это у нас огненный. И вот при помощи этого него мы, возможно, с вами сможем как раз его усыпить. Нужно будет, конечно же, прокачать сейчас ядовитого птера. То есть я сейчас этим полетаю, позанимаюсь, немножко погрызу все, что можно погрызть. У него 9300 здоровья, да, в этом плане он очень слабенький. То есть нужно седло получше и, естественно, прокачать ему еще хотя бы немножко здоровья. Тогда он станет довольно-таки боевым и, естественно, уже на нем можно будет подлетать тем же грифоном. Но на этом сегодняшний выпуск предлагаю завершить. Мы с вами приручили сегодня довольно-таки большое количество классных существ. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.